Не знаю, как он именно будет тормозить. Какой график он будет торможение. В Battlefield столько народу не играет, как здесь сидит. Раз, два, три, всем здорово. А че это у вас тут случилось? Здрасте. Пиво пьем. Я как раз тоже принес, блин. Никор появился. Наливай. Я что-то слегка охренел. Так, это Блейз. Заходи, Блейз. Слава, пусть у Блейза. Вот на фрапсе у меня уже просил до 45. Со скольки до 45? Было 47 в начале, самый первый, когда я зашел. Это погрешности могут быть, это не так. Сейчас 45. Нет, было, конечно, стабильно, я башкой не шевелю. И вот даже вот этот основной ваш, где написано Plowers 8, там сейчас 45, видишь, 42 даже уже. Рано выводы. Потом надо больше. Зашел. На респе уже? Шланд пошел. Да, появился. Винсом, после слан ты идешь. Пойду пока покурю, пока до меня очередь дойдет. Да там, понимаешь, один заходит и на нас ниже опускает. Я на минуту отходил, ничего не пропустила? Нет. Наверное, надо было сначала массово всех запустить, чтобы у всех карта прогрузилась. Потом там по одному. Так, давайте без лишних. Винсон. Какой сервак-то? Ну, кому она мешал? Сервер называется стресс-тестинг. Кто двигал здесь? Вот так сервак называется. И куда ты ее дел? Винсон, заходишь? Слан, зашел? То есть он тебе мешал, да? Слан зашел, да. Сейчас подъем. Захожу. Поставьте активацию по кнопке, пожалуйста. Уже. А, Вирт, следующий ты идешь. Принял. Сейчас Винсон заходит. И что мне теперь делать с наушниками, по-твоему? Короче, боже, ничего. Можно не говорить сюда? Потерпите 10 минут. Пароль какой? Пароль сейчас выйдет. Получишь. Когда до тебя очередь дойдет, получишь. Так, Винсент зашел. Вирт, заходи. Зашел на сервак или на респе? На респе. А карта там Альтис или Страйтис? Альтис. Это не важно. Вирт зашел. Гружусь. Появился. Твинкл, заходи. Видекс, следующий. Okay.
Чё, все затихли? Ну, ждем, пока Твинкл зайдет. Ну что, уже все зашли? Нет. Есть. Твинкл, у тебя вообще на сервак-то приконектилось? Да. Уже почти зашел. Уже звуки слышу. Вот у меня до 44 FPS просил. На фрапсе. Это еще мало. Надо что-то побольше, наверное. Там в конце. Надо мерить FPS между началом и концом, а не после каждого зашедшего. Зашел. Видекс пошел, в следующий раз. Да. Я здесь. Кто кинул эту девочку? Не, так, по сути, это не по делу. Тихо. А чё за ссылки? Валикс появился. А, Раста заходит. Следующий агент 68. Выключите, у кого там автоматически срабатывает микрофон. Дружусь. Появился. Агент заходит. ФПС 60. Просто стоять и не двигаться, да? Да. А, дальше Action Hank. Так, захожу. Не-не, сейчас агент заходит, потом ты следующий. А, следующий, понятно. Окей, жду. Всем привет. Привет. Здорово. Агент, ты тут? Да-да. А ну то вдруг АФКш. Дидеймос, выключи микрофон. Кто валяется на полу? Ребят, тихо, без тихо, флуда. Тихо. Раз, два круга. Зашел. А, следующий Action Hank. Готовится Бирман. Сейчас там пасывает, это стресс-тест. Или что там было? Тихо-тихо.
Привет. Привет. Что происходит-то? Подожди. Так, сейчас в лоудинге, захожу. Блин, вот каждый заходит и опускает нас точку ниже. Нет. Да пиздец. Больше так. Народу для теста, тем более. Да-да-да, несправедливо. А кто сейчас заходил? Я, но я в TeamSpeak зашел. Не-не-не-не, экшн-ханк заходил. Я зашел уже, раз. Но я еще не зашел, я сейчас еще в лоудинге только. Окей. Народ, а куда заходить? Набери в фильтре серверов по названию сервера ищи. Стресс-тестинг сервер называется. Стресс? Сейчас напишу. Да там написано в общем канале, а он же не видел. Стресс-тестинг. Стресс-тестинг. Вот так называется сервак. Как увидишь его, сиди и жди. Тебе пароль, когда дадут, зайдешь на него тоже. Ты следующий в очереди после Хэнка. Так а в лобби так к нему бы на этот сервер заходить, нет? Когда до тебя очередь дойдет, ты получишь пароль. Вы им только говорите, чтобы они не бегали по респу и головой не крутили. Да, заходим и просто бросайте клавиатуру, мышку, идите чай пить, если хотите. Да, чтобы человечек стоял, не нужно двигаться и никуда бегать. Хэнк прогрузился на респе? А, почти, уже звук есть, во, все, прогрузился. О, есть стресс-тестинг. Вот ты следующий. Бакс, пароль его кинул в личку. Заходи. Следующий бармен. Блять, у нас и бармен появился уже. Угу. Бармен, не серчай. Не, я думал, это меня так путают иногда. Бармен тоже, блядь. Только у меня 2500 пинга показывало. Это нормально. Это не страшно. Играть можно. А если табнуть Windows войти, как бы это не проблема? Или я думаю, что нет. Хэви, у тебя микро врубился. Да, микрофон, TeamSpeak. Но я уже травку слышу, кузнечиков. Пока карту показывает. О, я на месте. Стой, на месте. Ты возродился? Ты возродился? На респе. Да, появился. Все, не двигайся, бармен следующий. Восемьдесят FPS, 88. Нет смысла сейчас мерить, надо мерить в конце, когда полный будет уже из всех нас. Так, а FPS-то особо не приседает. Начинается ресинхрон. Или потом, когда сервак садится. Потом. Блять, а откуда такие цифры? 80 FPS, блядь. Ну показывает мне. Охуели. 86, 87. У меня 60. Так, тихо. Потом. Бармен, заходишь? Да. Бирман готовится. Я появился. Бармен. Ну, храпс у меня просел до 42. Говорите кто-нибудь один. Бирман заходит, готовится белорус. Я уже попил. Головой не крутите, не надо там пистолет выбирать. Просто стойте на месте, уберите руки от клавы. А сколько народа вообще должно появиться? Сейчас увидите в конце. Ждите. Кому надо, идите покурите, там перекутите, перекусите, да? Выпейте. Это там только красные. Не имеет значения. А внешний вид включать можно?
по теме, потом. Бирман зашел? Да, на базе. 83 FPS. А дальше заходит белорус. Готовится Блейз, 77-ерок. В личку скинул. Блейз уже зашел. А, да. Да английским? М? Копируй Ctrl. Ctrl-C, Ctrl-V, скопируешь и все. А, готовится демон или демон, не знаю, как правильно. Мне уже на сервере. А это сервер пишет это синим таким, да? А значит... Вы переместили тех, кто находится на сервере ниже, не знаю, в канале, что ли, чтобы было яснее, понятнее. А, так, горец тогда готовится. Понял. Народ, это сервер пишет синим, там, players и FPS, да? Да. Да. То я думал, у меня же глюкер. Сфраб совпадает в точности FPS. Бирман, и сколько у тебя вот на этом сервачном FPS? Вот где? Так, подождите, потом. Пиздец. Кто сейчас заходит? 92. Молчите. Хорошо. Молчите. Ошибку выдал. Так, выдал ошибку, значит, что тогда пропускаем пока тебя. Горит, не, заходит. Всегда у меня, в общем. На пороге. В личке. Белорус, передайте, что, можешь? Не, оно загружается, просто выдает такую ошибку, не крепит. А, ну и все так. Подожди, Белорус грузится. А пулеметы зачем всем дали? Это не важно. Сейчас белок будем пить. Они вам грузится. Не потребуются. Стойте на месте. Ты на респе, белорус? Ну, на аэродроме. Горит, заходишь? Да, гружусь. Готовится гром. Нормально. Если карту близко приблизить, то получается 130 FPS. А если подальше, то 60. Горит, зашел? Ну, я все слышу звуки, сейчас, минутку. Угу. СМС отвалился. Да, ну что-то отвалился. Так помнишь в начале FPS? Все, я вижу аэродром. Гром заходит. СМС отвалился. Грув, ты на серве? Ну, Блэйс, ты пишешь нет, видео? Ну, зайду, зайду. Да. Когда ты следующий? Угу. Петляй, кикнул СМС. Блэйс, а можешь заадмениться и решетка монитор 1 написать? Нифига себе, сколько народу и все в одном канале. Че там? Я вывалился из TeamSpeak. Блин, давайте я сейчас зайду, я хочу еще видео написать чуть. Ну, ты заходишь сейчас. Ну, тогда SMS сейчас зайдет, я после SMS. Угу. Ну, хорош, ребят, я тут уже восьмерых или девятерых подождал. Дайте зайти, я тоже пойду. Какие-то проблемы с заходом, сейчас появляются. Да так можно. Зашел СМС. СМС зашел, а Грув идет. А Грув опять вылетел. А, значит, следующий Жека Рус. Пароль в личке.
Заходим и не двигаемся. Даже мышкой. Жека заходит. Сейчас зайду. Угу. Готовится Моцарт. Блэйз, ты заадминился? Да, я заадминился. И монитор написал, да? Да, да. Нехорошо. Склеим из двух частей. Так, я тут опять с ним с пика вылетел. Что там, смс зашел? Да, зашел. Сейчас заходит Жек. Я после Жеки. Гружусь. Зашел. А, групп заходит, пароль скину. Угу. В смысле, Жека на респе уже? Грузится. Загрузка данных. Все, зашел. Грув? Иду, иду. Мы все еще стоим, да? Да. Все еще стоим. Возродился. А, заходит Моцарт. Готовится папа Бир. Моцарт тут? Да. Блин, я отскрыть колбасу. Не удалось соединиться. Попробуй еще раз. На аэродроме. А, заходит папа Бир. Пора ли в личке? Готовится прапор.
Папа бирж приконнектился? Нет, еще пароль не дали. Захожу. Что, все зашли? Нет. Осталось 6 человек. Зашел. А, прапор заходит по рельвичке. Давай, чтобы это после прапора зашел арсенал, который сам вверху. Груф, ты лагаешь. Он просит, чтобы арсенала впустили следующим, после прапора. О, окей. После прапора, да. Появился. Следующий. Арсенал заходит. Выхожу. Готовится рус антиснайпер. Еще долго? Как все зайдут? Тогда и закончится тест. Вот у меня на 10 FPS просело. То есть было 47, сейчас 37. Арсенал зашел? Классический сейчас. Еще нет. Какая-то нелинейная статистика. Наверное, у меня с краю вообще нормально. Зашел, может, следующий заходит. А, антиснайпер заходит. Кто дернулся? Я дернулся случайно. Кстати, ширина шины сервера и FPS сервера проседает в момент, когда кто-то коннектится, потом возобновляется, что нагрузка сильная нет при подключении. Ну так правильно, карта прогружается. Так, готовится самчик ВР НГ. Угу. Вот бы сейчас гранату туда кинуть. Еще кинем. Ну, это тоже протест. А как же... Я только что другу говорил. А потом, потом, потом. Как потом. Получить бан пожизненно на тот. Народ, а если как бы... Карта и все остальное лежит на другом сервере. Карта, потом. Которую скачивают. Не сейчас. Антиснайпер тебе долго? Антиснайпер, ты тут? Антиснайпер. Он, похоже, отключился. Тогда заходит самчик. Пароль в личке. Готовится Самир. Ну. Самир тут? Он, наверное, не сможет зайти, он с нами через, через телефон. Снижаемся. А, он вроде говорит, что его толкнут. Ну, не сможет. Тогда не Самир.
Не, он в другом канале, он сидит внизу. Тогда шаман. Ну, значит, готовит шаман. А тут тьму? Да, ребят, я сейчас с телефона, поэтому зайти не могу, только слушаю. Самчик зашел? Гружу сейчас уже все, почти. Скинь мне пока. Ну, породу. Закачка данных. Так а что, ни у кого не выдает ошибку, да, вначале? У меня выдало какой-то файл, не найден какой-то. Ну, закрываешь и идешь дальше. Угу. Самчик загрузился. А, заходит шаман, готовится да, ворон. Хорошо. Ворон тут? Да, да, да. ППС 60. 15 минут осталось. Да, я знаю. Ты не будешь доплачивать? Что ты говоришь? Ты не будешь доплачивать? А. Я брал на всю ночь. Шаман зашел. Ворон заходит. Так, кто еще не зашел? Кто меня слышит и не на серве? Все на серве. Все, тогда сейчас ворон заходит, я подключаюсь и все. Ворон, ты тут? Да, ворон. Да, захожу, захожу. И что, можно бегать и сразу FPS просядет? Подожди. Сейчас нет, посмотрим. Сначала все посмотрят по сторонам, дружно, да. В карту, может, лучше. Тогда это сначала не стрелять, а все-таки реально немного побегаем. А то вы еще переубиваете друг друга. Да на этой миссии это сложно сделать. То есть убивать можно, но, в общем, увидеть. Да не, надо сперва пострелять, потом гранаты бросить одновременно. Дымовые. Не, а потом дымовые. Короче, когда я зашел, у меня было 85 FPS. После меня зашло 7 человек. Включительно ворон. У меня сейчас 70. Ворон зашел? Да, зашел. Гранаты друг друга, да? Парадокс заходит. Не, не в друг друга, просто в сторону. Главное, чтобы это было одновременно. Тогда лучше дымовые кинуть и все. А потом дымовые. И такие попробуем. Не друг в друга, под ноги. Я не могу гранату бросить, кнопки у меня нет, я переделал. Неправильно, нафиг не нужно. Да, давайте, что чтобы на... результаты были понятны, вот сначала побегаем чуть. Даже так, два раза побегаем. Побегаем, остановимся, и потом опять побегаем. Я не знаю, куда. Давайте строим. Все зашли? Не-не, еще. Давайте вот как скажут. Ты лагаешь. Лагаешь, ужасно. Очень лагаешь. Да. Чтоб сима... Вообще непонятно. Можно замиксовать и музыку сделать. Да, пустим. Кто шляется? Только не надо строим уйти, а то тут еще можно и по-немецки заговорить. Так, парадокс зашел, все зашли. Да. Жак, побежали? Ну что, давай, давайте пройдемся немного. Унтерсолдаты. Пафосно, пафосно идем, ребят. Все, вперед, просто вперед перед собой бежим. Вот где я не знаю, правильно ли показывается FPS, но после того, как все пошли, у меня 70 FPS стало. Когда я стоял, у меня было 30. У меня 40 FPS, 35. 30 FPS. 29.
25, рядом. Ну, ребят, давайте не флудить, алло. Стойте, стоп. Вопрос главный. Те, у кого было 130 FPS, у вас на максимальной графике? Чего? У меня ультра. У меня ультра. Сейчас упало где-то 76. Странно, но у меня очень практически топовое железо, и у меня почему-то 52. Вот. Интересно, в чем проблема. Значит, не топовое. Не, вопрос там попасть, когда мы бежим. Когда просело на 10. 62-68, вот так вот вернулся. Предлагаю, может, постреляем в небо, только это стоп. Никто пока не стреляет, то одновременно надо сделать, посмотреть. Ребята, стреляем в небо, а не друг в друга. Ну, по команде огонь. Да, по команде огонь, все посмотрели в небо, сейчас даю команду, и все начинаем стрелять. Очередь поставьте, они не одиночные. Все, раз, два, три, поехали. Дагестанская свадьба. Аллах. Хорош, хорош. Все, стоп. Хорош. Пиздец, стоп. У меня до 12 просело. У меня просело. У меня до 7. У меня до 40. У меня 40 было 30, так и осталось 30. О, сервак лёг. У меня 40 просело. Ничего он не лёг. Не, не лёг. Всё нормально. Ребят, до дороги все бежите. В небо. Да бегите все до дороги. Смотрел, я в небо, я в небо. Все на дорогу. Давай, встаньте. Еще выстроим. И сейчас и в сторону вот этих трех башен сейчас будем гранаты бросать, осколочные, которые. Как можно дальше туда? По команде. Кто командовал предыдущим? Гранаты на Г. Парадокс, давай команду. Осколочные фугасные выберите. Да, осколочные. Все выберем. По две гранаты кидаем. По одной сперва. Кидаем одну гранату на счет три. Раз. Два, три, поехали. Камни такие. Класс, красиво. Ну, не так гранатами, сильно. Да, не так сильно. Когда стреляли, было больше. Давай теперь дымок. Мне наоборот, кстати. Наоборот, да. У меня тоже, да, наоборот. Белый дым все ставьте. А поставили белый дым по команде. Ctrl-G. Может, белый дым под себя кидать туда же? Туда же. Раз, два, три, кидаем. Блин, просто прикольно, это вообще просто кайф. А FPS просел до 20. У меня тоже 20. Медленно проседает. Проседает медленно, да. Вот когда возрастает дым. 10. Да, 15 у меня. Просело до 20, нет, до 25 просело. Это FPS. А сейчас давайте еще раз красные, вот следующие, которые идут. Сейчас красные опять видим. Кидаем. Прилагаешь. Красных нету. Красных есть, нету. Есть. Кидайте все. Кидаем красные. Кто-то кинул не совсем красный. Кто гранату кинул боевую? Давайте еще к дыму постреляем в небо, только ПТ не стреляем. На счет три. Смотрим в небо, только перезарядите, кто потратил все патроны. Давай по текстуркам, лучше постреляем по вышке. Ну или да, давайте по вышке, чтобы стреляем. Раз. Куда гранат кидали, там вышка. Раз, два, три, стреляем. Жестко. Пиздец. Лагает вообще. Просело до 10 к картинкам, бывает, пропадает. Хорош. Все, стоп. 10. У меня до 7. До 11. 32. Ребят, ну наверное это все-таки у кого компьютер, вот у меня графика на низкую, 60 FPS. Главное, что сервером FPS. У меня на низкую, я на ультра. У меня на ультра 30, это 2. У меня до 15. То, что вы сейчас дым проверяли, это неправильно, чтобы дым это на графику давит. Ну что, давайте приступим к самому интересному, побиваем друг друга. А где вы? Я вас найти. Стойте. Все, я самому интересному. Блин, по. Нормально так вроде. Без гранат вообще все отлично. О, мясо. Все просело. Проседайте, синхронно идет. Это просто ад. Когда убийства начались, десинхрон пошел жесткий. Да это респаун обычный, мгновенно после смерти.
Дайте перезарядиться. Трупы не исчезают. Ё-моё. Можно понять, что это хорошо. Белорус. Нет, синхрон единичка, ничего нету. Белорус. У меня сейчас 9 FPS. Семь ППС. У меня бы... Хорош, хорош, давайте прекращайте, хватит. Стоп. Стоп. Ай, больше убейте. Ну подождите, я вообще еще 15 где-то держится. У кого какой счет? Перестаньте стрелять. Перестаньте стрелять, давайте посмотрим. На 13. Давайте сейчас на дорогу все опять выбегайте и смотрите в одну сторону, не шевеля этим экраном. В сторону башек. Да, опять вот в ту сторону, которую мы смотрели изначально. И опять так же все замрем на некоторое время и посмотрим, что будет твориться. А мне нечем стрелять, у меня патроны кончились. Сейчас трупы соберу. Да, да не надо, а как посмотреть статистику? Тап. Или на Т, да. А, не, на П, на П. ФПС поднимается потихоньку обратно. Угу. Медленно. Не знаю, он у меня не просто сервер исчезает. Трупаки исчезают потихоньку. Вот у меня 30. Короче, у меня изначально было 47, потом как все зашли, стало 37, когда начали бегать, там вообще там чуть не до 7 проседало. А сейчас у меня 30, короче, когда мы все в одну сторону смотрим. У меня смотрим. Тоже 30. Видишь, ну, не знаю, у меня было 90-130, потом, блин, когда бегать начали, 72 где-то, 60, стрелять начали, где-то так же, 60. Да 90-130 не бывает. Стрельба была 30, блин. Короче... Самые лаги это когда дым, граната и стрельба. Когда, да, стрельба, дым и стрельба, и... когда все стреляют, там. Не, ребят, дым когда влияет... дым это на видеокарты. Да, на вашу. А когда стрельба это на сервер. Да, вот как потому раз... что регистрируется, давайте... куда пуля падает. Летит. Короче, давайте последнюю, стоп, никто не стреляет, последнюю перестрелку и уже, наверное, закончим тест. Вроде все решим. Перестрелка в небо, в небо. Просто. На раз, два, три. Кто там команда? Так, ну подождите, стой, подождите. Стоп. По команде надо начать. Смотрим все наверх, перезарядились, поставили автоматический режим стрельбы. На счет 3 стреляем. Раз, два, три. Поехали. Проседает. Ну все, хватит. В два раза FPS проседает. Два раза просил у меня. Ровно в два. Вот было 60, стало 30. Чисто в небо смотрел. Я смотрел вперед, у меня вообще не просело. Давайте тогда все, последнюю перестрелку, потому что на сервак да, сильнее всего, когда идет именно перестрелка. Поехали. Да это жесть. Ну да, до 7 у меня упал. Вылетел. Так, это Грув говорит, мне идти надо. Мы, в принципе, уже, наверное, и можем расходиться, да? Рейсинхром пошел. Короче, можно выходить уже, наверное, да? Нет, сейчас, секунду, да. Я счет посмотрю. Минус 24. Ну все, тогда закончили тест. Всем спасибо. До 15. Да, было реально 10, весело. 15 просел. Парни, только что пришел, услышал, закончили тест. Удачно эксперимент прошел. Ну, Глэйс-то тут? Относительно. Меньше 50 было там, когда вот мы что-нибудь делали? На сервере, да, за 40, да. За 38. Ну, все, я выхожу, да, отсюда? Угу. Бегаю, выхожу. Все, всем спасибо. А по железу что, где-то отписаться надо? Чтобы как-то... Всем спасибо.
Не знаю, а у меня даже в самом аду адском, блять, меньше 32 не падало. А чё у тебя за железо-то такое? А я вот недавно обновился, блин. 770 FPS у меня. У меня 670. На сутрек меньше. Секундочку, СМС, я тебе еще нужен от Парадокс? Нет, все, спасибо, все могут расходиться. Выходите все, я посмотрю FPS. Никор, ты тут? Причем она разогнанная, блин. С завода. А ты утилитку эту не ставил специальную, которая разгонять позволяет? Вместе идет в комплекте. Ставил, но она, я там ничего не трогал. Она и так разогнана с завода. Ясно. Плюс память очень быстро, плюс процессор разогнан, плюс это... SSD самый быстрый. Не, вообще классно потестировали, вот это когда все начали струячить в одно и то же. Да, мне тоже понравилось. Вот у меня при стрельбе просел у FPS в два раза. При стрельбе. Парень, выходим, выходим с сервера. Никора здесь. Че, будете сейчас анализировать? Да, сейчас посмотрим, да? Посмотрим, как все выйдут, и потом играть персонажа. Предлагаю тем, кто хочет поиграть, предлагаю зайти на про. Да, на про-сервер заходим. Там никого над головой нет. Ну да, самое интересное такое. Определяем своего по цвету униформы и по звуку стрельбы оружия, так как у красных и синих оружие разное, звучит тоже по-разному. Как это разное? А ну как мы играли, да, до этого. А какие штрафные санкции? Минус 200 там, по-моему, рублей. Или 400. Что не помню точно. Что это, как понять, разно звучит? Если у синего и у красного одна и та же пушка, у них все равно разный звук? Нет, пушки разные у синих и у красных. У разных. А тут разные пушки.